Мену, идите сюда. Кто против меня? Давай, иди сюда. Да, Серега, у тебя жизни много. Следуй за мной, кусок дерьма. Я не кусок дерьма. Молчать, кусок дерьма. Понял, кусок дерьма. В тот коридор, кусок дерьма. Блин, ребята, очень прикольное настроение. Не забывай ставить лайкосик и подписываться на канал. А как остальные класс Д? Иду. Я смотрю за ним. Иди на свежий воздух подышать. Товарищ капитан. Так написано «Данжер». Не, стой. Прямо вон в ту дверь заходи. Вон в ту там дверь. Безопасно, не туда идешь. Не туда, пусть. Так я вижу, там скромник стоит. Какой скромник, алло? Там не так скромник. Это манекен. Это манекен. Это робот. Смотри, ты сейчас там вот на нем будет одета одежда, ты ее там одеваешь, ты там просто через стекло не. Заходите, заходи. Ну, заходи, давай. Да не буду я заходить, я боюсь. Пошел. Я не пойду. Да не буду. Иду. Заходи. Пошел, давай. Раз. Иду. Товарищ Арзан, да ну блин! Слушай, ликвидировать. Расстрел? Иду. Так, все сотрудники секьюрити. Все, иду. Я тебя не выпущу, зашел туда. Блин, да он страшный очень. Я сейчас палкой тебя буду бить. Нифига себе стрёмная штуковина. Сережа, можно ли... Не, нас он не ликвидирован, сбежавший человек. Товарищ, а вы слышите? Лучше нам отвернуться, а то да ничего. Он еще выбьет двери за нами побежит. Эти стёлка изолированы полностью. А он убьет меня или нет? Ну, вообще-то да. Ё-моё, ну, так резко, я вот стою себе просто лоб чухаю. Так, ведите второго до класса, давайте. Давайте, о. Проследуйте за мной на перекур. Перекур, пацаны, отлично, идемте. Да иду. Ты чё по ногам стреляешь? Выходите все, давайте. Все, сейчас мы будем заставлять вас чистить дерьмо. Давайте все, за нами. Какое дерьмо? Так, смотрите. Давно чистить. Погнали. Вилкой. А, так, тихо. Вот ты остаешься Д-класс тут. Вот ты стоять. Вот заводи пока что вон там. Так, Д-класс, вторые. Давайте, иди сюда. А вот, давайте, пошлите. Не-не, одного оставьте тут, вот этого. Чисти. Вот, это. Все, давайте, айло. Все. Вот чисти. Этого последнего оставьте. Иду. Блин, хотел сбежать, не получилось. Давай назад. А хотел сбежать. Ваша цель. Так. Слышишь ты, собака? Убили. Хотел бы, ребята, проверить, что будет, если я буду реально сбегать. Они меня убили. Так, сбегать не получится. Хорошо, как много попыток есть. Ребят, ваша сейчас цель почистить. Вот в эту камеру зайти, почистить там... Клетку. Вы не волнуйтесь, самое главное, возможно, не умрете. Но это не точно. Ладно. Кто? Слышишь, ты слишком борзый, мне кажется. А может, не надо? Ай! Тихо! Да не дерись! Да ты смотрел, ты ученый с монтировкой, где такое видано? Твою налево. Внутрь так. Зашли. Сейчас внутрь все заходите, не переживайте, этот объект безопасен, 100%. Так, тяните его наручниками, да, тяните, давай. Чисти унитаз. Тяните. Ты куда его пошел? Тяните. Я иду, да, пацанов. А че вы статую трогаете физганом? О, это же нечестно. Это веревка. А, это веревка, понял. Иди закрывайте, я смотрю. Закрывайте. Она, кстати, не убивает нас, пацаны. Нас много, все смотрите на нее. Вперед, к ним туда, вперед. Чисти, нормально, это вот, проверка. Чищу. Чисти, вот тоже вот тут говно валяется, видишь, какое. Оо. Убила? Убила ученого. Ё-моё, я так дернулся сильно. Я не ожидал, что он меня убьет резко. Так, прибыл. Ты чё ликвидируешь, алло? Они к двери подошли. К двери подошли все дэшники. Стою. Зашли все быстро, моментально. Быстрее давайте. Я сейчас достану. Ого, кто это? Кто там дофига болтает? Это кто там говорит это? Кусок дерьма болтает много. Слышь? Так, кусок дерьма, вот все. Ах ты тварь. Это фаль...
Так, этих тоже ликвидируем, все, они слишком много. Пока вас нет, я успею сбежать с комплекса. Чёрт! Да вот. Тварь! Я хочу повоевать! Слышь ты! Господи, ты чё творишь? У тебя жизни много, ты тварь! Так я капитан. Да что происходит? Комплекс уничтожен пространством хаоса. Всё. Ты достал оружие. Всё, я успокоился, Серёга. Класс Д, проследуйте за мной. Последние испытания. Класс Д, давайте. Пошли. У ученого базука, это вообще же... Эти рабы. Это законно все. Сам такой. Так, слышь, кто там выпендривается у нас много? Где-то. Любая попытка побега карается смертью на месте. Давайте. Мне выдали. Особенно кусок дерьма. Короче, мне выдали оружие. Не, пока что не бывает. Молчать. Ты будешь вторым куском дерьма. Ну, блин, ты же кусок дерьма. Всё, а чё ты это, вот этот вот кусок дерьма первый идёт, ё-моё. Боится. Да не ты. Проходите. Да, проходите. О, чёмный доктор! Проходите. Идите. Так, давайте. Все к двери класса D подошли к двери. Кто не подойдёт, тому смэш. А ты чё, убийца? Не-не, это не. Да, не. Это чёмный доктор. Открывайте дверь. Чё, ты чё? Ах, ты чит. Да блин, Серега, у тебя жизни много, это нечестно. Честно все. Да ну блин, я так хорошо диверсию хотел сделать и убежать с пацанами. Вы мне не дали этого сделать. Серега, ставь себе 100 хп, это нечестно. Все честно, алло. Да какой человек, как это у него, что за броня в голову, стрелял в глаз? Откуда у красоты взялось? Ну я, блин, нашел там, у меня была нычка, короче, возле двери ниша была. Я взял и спрятал там этот автомат. Пулемет целый. Откуда пулемет ты мог запрятать? Я его годами собирал. Из стаканов, из столов. Да ну себе что? Да ну блин, это РП. Это SCP комплекс, тут охрана. Да ну это РП. Ну вот, и РП отыгрывает. Ах ты мразь! Подожди, отойди вот сюда. Проблема решена. Что, Серега, я беру автомат и воюю с вами. А ну идите сюда. Кто против меня? Давай, иди сюда. Да, Серега, у тебя жизни много. Хорош. Да у тебя жизни много, это нечестно. Ты говно собачье. Всё, никто не... Да ты что делаешь? Оружие достали. Да кто ты такой? Да твою мать, оружие. Да ты убиваешь наших. Потому что оружие достали. Это Spider-Man Web. Ой, куда побежал? Сейчас тому, кто это... Так, хорошо, хорошо. Ну чё, Серёга, ты готов со мной воевать? Он спрятался где-то. Короче, ребята, это сюжет, когда класс D изготовили бомбу и должны взорвать комплекс. Но мужики, настоящие охранники, должны найти меня и обезвредить. Так что давайте. Оружие достал. Так, я предлагаю уже просто убить. У вас есть, пацаны, на всё про всё 1 минута. Не, 1.5 минуты. Если вы меня не находите, то я взрываю весь комплекс. А где он должен сказать вам, что... Надеюсь, пацаны, вы сможете меня найти. Так как бомба уже заложена. Я машину нашел. Я слышал пилик. Откуда? Откуда от верблюда? Куда ты спрятал его? Я найду. Я взорву всех, я псих. Я настоящий убийца. Если вы меня не найдете, я взорву весь комплекс, и пострадает все человечество. Ну там сколько? 2 человека. Псих.
Взрывной не используйте. А, взрывной не использую, сейчас дробовики вперед. Я готов, только они заходят, я сразу стреляю. Не знаю. Да мы не знаем, где ты, блин, шопочник. Прошло половина времени с того момента, как я сказал вам то время. Я маньяк-убийца, я всех взорву. Серега, неужели тебе не жалко комплекс? Он же такой хороший. Жалко, ну ты где сам? Вы реально были прям возле меня, но вы... Вам впадло было просто кое-что проверить, и все. Ты уж я, кажется, понял, где ты. Бежим, Геральт, идем. Я убил, я убил. Где он в машине? Бежим. Бомба! Это бомба. Все. Бомба обезврежена. Да не, Серега, она должна была взорваться. Фигушки. Да блин, я прям в притирку стрелял АР-2 шарами. Почему она не взорвалась? О, говно, все. Ну, Серега, ну должна была бомба взорваться. Ого! Это ты, Серега, взорвал? Да. У меня эффекта взрыва нету. Ого. О, теперь есть эффект взрыва. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте группу ВКонтакте. Ну, а всем отличного настроения и посмотрите мои ролики еще.